40 молодых жителей Приуралья в этом году смогут взять льготную ипотеку в рамках пилотной программы «ЖАИК Жастары». С начала года уже более 100 человек подали заявку на рассмотрение. Об основных требованиях к участникам программы расскажет моя коллега Алмагуль Джампиисова. Программа направлена на решение жилищных проблем местной молодежи. На ее реализацию выделены 600 миллионов тенге. Участвовать в проекте могут молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет. Для них важна прописка в области не менее года и такой же минимальный стаж на последней должности. Основные условия программы – это ставка по кредитованию – это 5%, 10% первоначальный взнос и срок кредита до 20 лет. Максимальная сумма кредита – это 15 миллионов тенге. Допускается приобретение жилья и как на первичном, и на вторичном рынке. В этой программе могут участвовать молодые специалисты, которые работают в сфере образования, культуры, медицины, а также спорт, работники коммунальных предприятий наши, а также работники местных исполнительных органов, государственных служащих, которые работают в местных исполнительных органах. Кроме того, у желающих получить льготный кредит не должно быть жилья за последние 5 лет. Цель нововведения – поддержка молодых семей. В пределах выделенных средств, по предварительным подсчетам, квартиры смогут купить порядка 40 человек. Сейчас начался прием заявок, он продлится до 8 февраля. При акимате области сформирована комиссия. Ее возглавляет руководитель управления общественного развития Гульжанар Шукеева. В составе группы активная молодежь и представители интеллигенции. Они будут выносить решения по бальной системе. После одобрения комиссии молодежь направится в Отбасы-банк. На данный момент уже более 100 молодых специалистов подали заявки на участие в программе. Алмагуль Джампиисова, Талгат Муратбаев, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.